Данное видео будет полезно тем, кто собрался в домашних условиях собрать лабораторный блок или зарядное устройство. Вы увидите простоту сборки из недорогих готовых компонентов. Ссылки на них я оставлю под видео. Также вы можете заменить эти компоненты на свои по желанию, тем самым задать требуемые для ваших целей характеристики. Это может быть блок питания как на 100 Вт, так и на киловатт. Соответственно, стоимость прибора будет различаться. Мой блок рассчитан на 600 Вт и обошелся мне в 1500 рублей. И на выходе с запасом держит 15 ампер нагрузки. Также у него есть защита от короткого замыкания и функции регулировки как по напряжению, так и потоку. Перейдем к рассмотрению комплектующих. Обзор на них можно посмотреть на моей. Перейдем к рассмотрению комплектующих. Перед началом сборки рассмотрим компоненты, которые нам пригодятся для сборки. Это повышающий модуль до 90 вольт, понижающий модуль, понижает он до 1,5 вольт. Также нам нужны будут многооборотные резисторы на 2 ватта. На повышающий модуль идут по 100 кОм. На понижающий нам будет нужен на 5 кОм и на 10 кОм. 5 кОм это ставим на вольтовую линию. Нам нужен будет от старого компьютера блок питания. Снимаем крышку. Видим много проводов. Два провода или три провода. Это 12-вольтовая линия и 5-вольтовая линия. Можем также их выпаять и большего сечения установить провода. Одним проводом на сечение где-то 1,5 будет вполне достаточно для наших целей. Или сделать скрутку этих проводов, чтобы увеличить их сечение. Обычно на самой плате все провода, они подписаны, то есть можно, если внимательно разглядеть плату, увидеть надписи на плате, какие провода являются на какой линии. Вот здесь я попробую сейчас навести фокус, показать. Так, ну вот фокус видно, 5 вольт написано. На данном блоке этот провод мне был не нужен, я его отпаял. Этот блок у меня будет для других целей, так как я уже свой блок подготовил к обзору. Там 5-вольтовая линия присутствует. Далее мне потребовался еще один корпус от компьютера, чтобы разместить внутри в нем все эти модули. Здесь видно, я показываю, отверстие просверлил и через него вывел провода наверх. Блоки я между собой закрепил.
по компонентам понятно. Теперь быстро соберу.